Добрый день, наши уважаемые покупатели, магазин «Олимпия», город Екатеринбург, торговый центр «Гринвич» опять с вами. Мы получили новую коллекцию, которая будет рассчитана, конечно же, на демисезоне. И это опять ткани итальянские «Лора Пьяна» и только натуральные волокна. В частности, это кашемир и шерсть. Никакой синтетики в данном пальто нет. Сразу показываю, что пальто без подклада, что сейчас очень востребовано. Это ваша легкость, но не меньшая теплоотдача при таких составах ткани. Ткани действительно идут Италия. Длина изделия в данном случае 1,20 м, 1,18 м. Это зависит от размера. Хороший широкий пояс и пальто идет по стилю халат. Сейчас я промеряю размер примерно 48, я так и ношу. Пояс, который собирает зрительно нашу фигуру. Хороший базовый английский воротник. В общем-то, его можно немножечко подзакладывать, можно наоборот, когда вы одеваете кашемировый палантин или, допустим, платок. Пальто заиграет совсем по-другому. Сейчас идет смешение стилей. То есть, в принципе, я специально одеваю спортивную иногда обувь, иногда классическую, чтобы вы посмотрели, что действительно смешение стилей – это актуально и смотрится неплохо. Прорезные карманы, сзади у нас нет шлицы в данном пальто, в данном изделии. Длина рукава стандартная. Английский воротник, если вы хотите, можно немножечко вот таким вот образом поднять. Он не маленький, хорошая высота идет, да, чтобы защищала затылочную ткань. Но часть тканью, да, вот таким вот образом. И он хорошо держит форму. Далее идут прорезные карманы. И я специально расстегнула, не знаю, насколько это все передаст. В обортовке полностью и по воротнику у нас идет ручная работа строчка. А это очень-очень важно. Таким образом, изделие выполнено handmade. Ручная работа, что подтверждает также лайба на рукаве. То есть, понимаете, статус данного изделия проглядывается везде. Стоимость с учетом скидки 45 200. Сейчас я хочу показать вам работу. Вот такие вот швы. Если вы посмотрите, тоже поближе покажу. Это очень серьезная работа. Во-первых, полочки не деформируются, не вытягиваются. Это очень большой плюс. И само изделие сшито, так сказать, по технологии бесшовной. То есть сверху, вот где идут стыковочные швы, вы ни одного не найдете. Это новая технология именно в пошиве статусных пальто. Ну и следующую расцветку, которую мы также рассмотрим в данном экземпляре. То есть хочу повторить, у нас бежевый будет, кэмо, небесно-голубой и базовый черный. Вообще черный цвет мы всегда имеем в ассортименте. Точно так же выполнена ручная работа везде, да? То есть укрепление всех швов, чтобы не было, еще раз повторяюсь, деформации. Вот такой вот вариант у нас с вами будет. 45 200, размер я взяла немножечко побольше. Естественно, здесь и запах будет побольше, длина изделия 1,20 м. Также прорезные карманы. Вы видите, рост у меня 168, они идут на уровне бедер. Это очень удобно. Ну, в общем-то, наверное, все. А мы, как всегда, будем ждать ваши мерки. А это объем груди, бедер и вашу ростовку. Пожалуйста, без прибавок. Потому что на каждую позицию в ассортименте мы их делаем сами. Ну и напоминаю, два вида платежа. Это единоразово, перечисляя деньги на расчетный счет. А также в режиме онлайн можно оформить беспроцентную рассрочку на все наши изделия. Всего хорошего. Половина мечты семьи «Олимпия». И мы идем дальше.